Приветствую вас на канале Банковский. Сегодня у нас кредит наличными от 0% Совкомбанка. На первый взгляд кажется, какой-то подвох здесь есть, да, как это так, банк под 0% дает кредит. В себе убыток он работать не может, значит, где-то он прибыль получает. На самом деле здесь схема достаточно простая. Банк, конечно же, получает свой доход, и причем не маленький, но при этом можно сделать так, что вас это никак не затронет. То есть вы действительно сможете получить, скажем так, кредит под 0%. Каким образом? Но это при условии использования карты халва. Если вы сразу же при заполнении заявки отказываетесь от использования карты халва, то кредит вам тоже может быть предоставлен, но с процентной ставкой от 9,9% годовых. И здесь уже эта ставка будет минимальной. То есть банк уже в индивидуальном порядке будет решать, предоставить вам кредит, да, или не предоставить вообще. То есть, соответственно, тут система будет немножко другая. Если же вы жмете галочку, ставите, что будете пользоваться картой халва и соглашаетесь полностью на использование схемы, предлагаемой банком, то тогда вам, соответственно, нужно будет разобраться, как это все работает. Здесь, в принципе, все расписано, я думаю, что предельно ясно. Ну вот смотрите, для начала вам нужно оформить кредит, опять же, через вот эту вот страницу с услугой гарантия минимальной ставки, с программой финансовая защита, то есть согласиться на страховку, и, соответственно, можете с доставкой, а можете в офисе, как вам удобнее. Дальше вы каждый месяц оплачиваете халвой не менее 5 покупок, их общая сумма должна составлять не менее 10 тысяч рублей, то есть вам нужно скалькулировать, да, потянете вы это или нет, то есть достаточно ли у вас средств. Ну, для карты социальная халва от 5000 рублей, то есть, ну, для пенсионеров, кстати, неплохой вариант. Здесь система учитывает покупки как в рассрочку, так и своими деньгами, то есть как удобно. Дальше, соблюдаете условия услуги гарантия минимальной ставки на протяжении всего кредита, не допускаете просроченных платежей по халве и кредиту, оплачиваете кредит по графику без досрочного погашения, это тоже важное условие, и, соответственно, банк в конце возвращает вам проценты по кредиту. Ну, кто-то скажет, что выгоднее было бы и досрочно погасить, но, опять же, это продукт, который рассчитан на категорию клиентов, которые будут платить строго по графику, у которых неожиданно не появятся там какие-то деньги ниоткуда, да, чтобы можно было досрочно погасить этот самый кредит. Вообще, досрочное погашение, оно полностью обнуляет данную схему, которую предлагает Совкомбанк, но тем не менее и выполнить ее четко, да, нужно, некоторым это сложно, тут нужно иметь определенную такую скрупулезность, да, подход очень внимательный, то есть вы должны четко знать, что вы каждый месяц будете тратить по халве не менее 10 тысяч рублей, и лишь в этом случае вы можете уже рассчитывать на именно полный возврат процентов. До 3 миллионов рублей сумма кредита, ну и срок до 5 лет. Как бы доставка осуществляется не во всех городах, да, то есть перечень есть на сайте, можно посмотреть. Ну а заявку можно отправить прямо с этой страницы, при этом, если вы авторизуетесь через госуслуги, вероятность одобрения повысится на 30%, ну и потому что банк много информации получит именно из госуслуг. Поэтому, ну и плюс вы сократите себе время существенно. Ссылка на кредит наличными от 0% Совкомбанка вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.